Однако другой бурятский депутат извинениями не отделался. Политика осудили за хранение наркотиков в крупном размере. Напомню, 16 февраля сотрудниками наркоконтроля на месте закладки наркотиков был задержан 30-летний депутат поселка Анахой. Судом он признан виновным в пособничестве в покушении на незаконное приобретение, хранение без цели сбыта синтетического наркотика в крупном размере. Назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года.